Бегом, бегом! Приближаемся к вам. Проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустили. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное. Наши вооруженные силы сократили сразу на 2/3. Военные спецмодели были изъяты в первую очередь. Надо найти теплое место для Алисы. Ситуация в стране очень неспокойная. Либо мы, либо они. Надо перебить сердцов, пока не перебили нас. Облили бензином и подожгли. Прямо шутки, я ж его вот здесь опустил. Они согнали полицию и всех перестреляли. Как самочувствие? Мне жарко и почему-то холодно. Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последний рейс через 2 часа. Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кэра, мне надо тебе сказать про Алису. В автобусе поговорим, ладно? Я скоро. Побудь с ней. Ты Маркус? Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Мне не важно, человек она или андроид. Просто она мне родная. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе?
Долгая история. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное. Наши вооруженные силы сократились сразу на... Это ты, Норт? Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты ищут андроидов. Тут безопасно. Лучше вам пока здесь переждать. Спасибо тебе. Но мы пойдем. Один из наших работал в госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он вам сделает. Я ему скажу. Я слышала, что случилось. Это бойня. И Маркус погиб. Он дал нам всем надежду. Это потеря. Я была там, с ним рядом. С радостью бы отдала за него жизнь, но ничего не смогла сделать. Спасибо за помощь. Ты говоришь, с тобой девочка? Люди нас ненавидят. Зачем защищаешь ее? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Люди нас ненавидят. Зачем защищаешь ее? Долгая история. Алиса? Нужна была мама. Тебе была нужна дочка. Вы помогли друг другу выжить. Да и велика ли, по сути, разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она из наших? Возможно, это и значит быть живой. Забыть, кто ты есть, стать кем-то очень нужным для другого. Она любит тебя. Она любит себя больше всего на свете. Она стала той, кого ты в ней видела. Из-за любви к тебе. Кэра, что-то случилось? Алиса.
давно знаешь. Просто не хотела признать. Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Ну какая разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка, а ты стала для нее мамой. Забыть, кто ты есть. Стать кем-то очень нужным для другого. Может, это и значит быть живой. Кэра, что-то случилось? Идем. Нечего тут делать. Дальше есть выход! Внутрь! Быстро! Лютер! Поздно, Кэра! Уводи Алису! Спасайтесь! Нет, мы тебя ни за что не бросим! Да, Кэра? Мы не бросим! Бегите! Что ты делаешь? Они же его убьют! Лютер! Они близко.
бежать. Лютер. Лютер. Алиса, если мы сейчас не уйдем, нас тоже убьют. Они близко. Надо бежать. Лютер. Лютер. Надо быть сильными, чтобы его смерть не была напрасной. Поздно, Кэра. Уводи Алису. Спасайтесь! Нет, мы тебя ни на что не бросим! Да, Кэра? Мы не бросим! Что ты делаешь? Я тебя не брошу! Кэра, нет! А ну, стоять! Что ты делаешь? Я тебя не брошу! Кэра, нет! Не с места! Зря ты это сделала. Не подвергай Алису опасности. Уходите, пока они не вернулись. Как же ты? Что ты будешь делать? Я справлюсь. Ты думай об Алисе. Я не хочу тебя оставлять. Не бойся. Я догоню вас у границы. Идите, берегите друг друга. Убьют. Нет, Кэра. Ничего нельзя было сделать. Надо идти. Она же там погибнет. Может, к остальным. Ну, быстро! Да, я ей помогу. Стоять!
Уходим! Стоять! Стоять на месте! Марш! Живо к остальным! Что бы ни случилось, не бойся. Кэра! Вставай! Он идет! Идет! Нет, Кэра! Нет! Нет, не убивайте ее! Еще один такой фокус. И я пристрелю обеих. Быстро! Марш к остальным! Стоять на месте! Марш! Живо к остальным! Что бы ни случилось, не бойся. Кэра! Вставай! Он идет! Идет! Стоять на месте! Марш! Живо к остальным! Что бы ни случилось, не бойся. Кэра! Вставай! Он идет! Идет! Беги! Скорей! Нет! Я тебя не брошу! Беги! Стоять на месте! Марш! Живо к остальным! Что бы ни случилось, не бойся.
Что они теперь с нами сделают? Я не знаю. Я правда не знаю. Нас. Идти может, к остальным. Ну, быстро! Да, я ей помогу. Стоять на месте! Марш! Живо к остальным! Что бы ни случилось, не бойся. Еще один такой фокус, и я пристрелю обеих. Быстро! Марш к остальным! Стоять на месте! Марш! Живо к остальным! Что бы ни случилось, не бойся. Закончить путь без меня, Алиса. Ты самая удивительная девочка на свете. Я был машиной, а с тобой у меня появилась семья. Ты позаботься о Кэрри. Обещай мне. Меня! Я...
Ну все, пошли отсюда! Быстро, надо уходить. Ну все, пошли отсюда! Быстро, надо уходить! Придется закончить путь без меня, Алиса. Ты самая удивительная девочка на свете. Я был машиной, а с тобой у меня появилась семья. Ты позаботься о Кэрри. Обещай мне. Стоять на месте! Марк, живо к остальным! Что бы ни случилось, не бойся. Ну все, пошли отсюда!
раз получилось. Мы свободны. Да. Да, мы свободны. Я люблю тебя, Кэра. Я тебя люблю. Стоять на месте! Марш! Живо к остальным! Что бы ни случилось, не бойся. Я вас умоляю, отпустите ее! Она ведь ребенок, она ничего не сделала. Девочка, она пластиковая кукла. Заткнись и встань в строй. Что они теперь с нами сделают? Я не знаю. Я правда не знаю.